Завьяловский район. Безымянный ручей. Его спасают второй день. Чистят берег. В воде растянуты боновые ограждения и попавшую в них словно в ловушку нефть собирают в специальные емкости. Задача – не допустить распространения пятна по течению. А нефтяники сами конкретно, мы спрашивали, не говорят, сказали, что вам не нужно об этом знать, что случилось. А вообще мы слышали, что прорвало центральную газовую, нефтяную трубу. Что нефть везде разлилась, там в лагах, по полю и в речке очень много, бобры дохлые плавают. Накануне здесь побывали и экологи, обошли несколько сотен метров, подсчитали погибших животных. От разлива нефти пострадали два бобра и ондатра. Остальные жители водоема, считают специалисты, успели уйти от опасности. Любое животное, оно очень сильно чувствует опасность. То есть, как только это все поплыло, скорее всего, многие животные ближайшие, которые около водоема были, скорее всего, просто очень быстро ушли. Все же это не пожар, не ветер, не какие-то такие условия экстренные. Оперативно сработали нефтяники, считают в Минприроды. Работы продолжаются. Компания, занимающаяся там нефтепромыслом, дала официальный комментарий. Утечка произошла при проведении работ на нефтепроводе. Организованы все необходимые первоочередные мероприятия, направленные на минимизацию воздействия на окружающую среду. Место выхода было локализовано. Нефтесодержащая жидкость собрана в амбар, из которого произведена ее откачка для последующей утилизации. Работы, заявили в «Удмуртнефти», будут продолжены до полного устранения. Не сворачиваются и экологические инспекторы. Специалисты намерены подсчитать ущерб и направить иск виновнику разлива нефти. Анастасия Редько, Александр Бекузин, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия».